Всем ни бага, ни лага, дорогие наши зрители и подписчики нашего канала. С вами Жека, Виталий и Антон. Ой. Хоп-хей. Хоп-хей, ла-ла-лай. Ла-ла-лай. Выпьем за любовь. И костер подожжем. Да-да-да, такая дискотека 80-х началась. Прям с утра. Прям с утра. Кому отдавать камень-то? Виталию. Виталий. А. Я его на пол сложу тут. Хотя нет, я положу вот это. Он исчезнет. Я положу в самом крайнем сундучке. Я вот что хочу сказать, ребят. Вот давай, я хочу сказать, я не намекаю, но, мать его, у нас кончилось мясо почти что. Да не, да. Я принес, кстати, немного. Ну, тогда пожарь. Немного это мало. Немного это мало. У меня, кстати, 7 кусков с собой, так что все нормально. Ну, пожарь его, все равно. Мало, я мало. Траву. Я тогда... Не, 7 кусков готово, так что я положу его, так что если кто-то... Нет, ты пожарь его. Нельзя? Не хочешь? Не можешь? Пожарить? Могу. Ну, пожарь. Могу. Просто... Так, ребят, я за травой пошел. За травой? Окей. Да, 7 кусков очень... мало, потому что я прошел 3 серии назад, приносил кусков 30, наверное, или почти 40. И мы их все так съели. Есть же 4 куска еще, ну, нет? Все равно это мало. 3... куска. 12 кусков в общем в целом у нас есть. Маловато будет. Маловато, на троих тогда. Вы жрете как непонятно кто. Какой? Я сам-то. Я кушаю, я трапезничаю. Я пошел копать. Ай, на колье. Да что ж ты на колье. Засеки время, Антон, пожалуйста. Да я засеку. Есть. Ой, знает, вы засеку. И все. Ну, полчаса. Вот. Ну, у него биологические часы. Да, биологические. Mm-hmm. Это звучало, как будто я 40-летняя вдова. Ну, или женщина такая, знаешь. У него биологические часы, только набегать в туалет, наверное, мне кажется. Опять коловер. Я, в общем, это, с другой стороны буду копать тогда под колье. Потому что мне понравилось. Безудержное веселье. Вы бетон выкопайте мне, пожалуйста. Бетон ему выкопайте. Выкакайте. Жень. Выкакулятор, да. Бетон. Сам ты бетон. Иди круши асфальт. Подожди тогда. На. Я не могу убежать, потому что я устал. Хочу. Стой, на. Жень, на. Мы все, конечно, понимаем. На. Е. Что? О, трава. Много травы. Кстати, да, это хорошо, да. Это да, это замечательно просто. Сейчас починю. На самом деле, то, что Евгений мне дал много палок. Палки у него есть. Блин, ну что, мозг, не надо. Сколько в ширину-то? 2 блока достаточно будет, да? Да. Жень, ты о чем? Я и что? Что ты там подумал? Да давай что? Извращение, скажи. Вы о чем, ребят? Вот фу. Вот фу, Виталь, фу, ты о чем? Еще на меня все скажи. Великолепно, это просто талант. Это, да. Это просто, это надо иметь такой талантище, чтобы свалить на другого. Это просто стрелочник, да? Стрелокос. Да. Лучник. Зеленая стрела. Бляха-муха. Господи. Упарись. Так, что ты меня просил сделать? А, бетон. Крушить. Халк, крушить. Асфальт. Виталь, я имею в виду, может, здесь где-то сделаем тоже вход? Слушай, мы на эту сторону часто выходим. Так он я сделал вон. Нет, на эту сторону вход, нет? Мы часто выходим и туда идем. Копать. Что копать? 2 входа, что-то это как-то ну, да. Как хочешь. Запас. Как хочешь. Можешь прокопать подземный, если хочешь. Вот. И на картах пробираться через. Да. Как тут еще не можно на картах, лечиться, кроме картах. Аптечки? Лечиться, ну. Жрать, да, таблетки ешь, да. Только много не ешь, потому что в шторе. Антибиотики не жрай. Антибиотики это что, кстати? Painkill, да. Таблетки. Сине-белые? Не-не-не, да. Они обычные, беленькие. Не-не-не, я про Виталия спрашиваю. Сине-белые, да? Их не есть? Нельзя их? Да, да. Нет, их почему? Ну, когда антибиотик... Ну, когда заражен, конечно, можно жрать. А так нет, лучше не есть. А так лучше не стоит. И, понял. А то я все подряд. Ешь. Я просто их все подряд там хавал. Я тебе сейчас, блин, знаешь, что сделаю? Что ты мне сделаешь? Скажу, Евгений, какой ты молодец. По IP вычисли, да. Вычислять. Я знаю, где он живет. Сударь, я вас по почтовому голубю вычислю. Вычислишь, да? Знает он, где я живу. Ничего ты не знаешь, Джон Сноу.
Я не Джонс, но во-первых. Во-вторых, ничего не знаешь все равно. Издеватель онлайн. Мне вот чисто интересно, асфальтная дорога тут на сколько вообще блоков вниз? На один, по-моему, нет? Да, да. Ну прям как в России, короче. Ну конечно, конечно. Ладно, как, прям как в Словении, вот так вот скажем. Потому что везде на советском пространстве делают дороги, ну просто изумительно. Ну, я не говорю про Беларусь, там наверняка получше будет. Там же хорошие дороги, да, вот? Конечно. Понятно. Понятно. У нас это тоже коснулось. Понятно. Понятно, батька не следит. Батька, да, что-то не бульдозер. А что там? Как они? Асфальтоукладчик. Не катается там на асфальтоукладчике он. Рон-дон-дон. Я, допустим, вот, к примеру, вот возле своего дома, я про асфальт ничего не говорю. Там такой слой, что прям вообще. Слой я грязи. Я гоню только на одно. То, что они его заложили, а интернет провести мне не успели. Шикарно. И в итоге, короче, это я долбил, в одном, да? из мест интернета. С модемами любуюсь. Всякими. 3G. 3G — это печаль. Ну хотя, да, смотря где, но это печаль. Да. Беларусь — это печаль. Не, ну просто, допустим, в Москве 3G, да, а вот где-то в глубинке это печаль. У меня вообще печально, так что. Да, у меня вообще интернет печально всегда был. Поэтому я хочу побыстрее съехать на квартиру, там, да, там будет шикарно. 2 минуты от видео загружаться, но это, блин, ребят, да. Это будет классно. Мечты, мечты, где ваша сладость. Да. Ушли мечты, осталась гадость. Почему уж сразу гадость? Потому что Чермандыр. Это бесконечная крепость. Сколько тут копать? Зато потом. Нигер, для прикола возьмите колье, поставьте хоть посмотреть. Говорят, сударь, говорят, чернь взбунтовалась. Да. Шикарно. Чернь его там взбунтовалась, блин. О, да. Земля, блин, земля. Это еще надо. О, червяк. Шутка. Пошли на рыбалку. Шутка. Вот это да. Вот это шутка. Да. Шутки, прибаутки. Ну что это, кстати, как смотрится? Хоть не страшно? Да нет. Для сельской местности подтянет. Для сельской местности такой заборчик. Из булыжника и цемента. Это норма, да. Кстати, он трехуровневый же. В смысле трехуровневый? Ну, то есть его, чтобы разрушить именно блок сам по себе, нужно 3 раза его разрушить. Mm-hmm. И его чинить нужно именно тем материалом, которым я его сейчас закладываю. То есть, ну, например, если зомби один уровень... задолбаются, короче. Так и железобетон такой же. Опять этот асфальт. Только его посложнее добыть, на самом деле. Давай. Вот ты начал икать. Ты у меня начал икать, да. Это все подстроено. Да, да, специально так, да. Так. Прум-прум-прум. Земля землится. Дай водиться. Асфальт асфальтится. Ой, чуть-чуть осталось, ребят. Последний слой остался. Ну как сказать? Да, ну как сказать? Что? Еще работать, мне кажется, вот отсюда и до вечера. Ну, это вам. Мне, да. Да, мне тоже, знаешь, я сейчас это свое дело доделаю, пойду сока возьму и сяду над вами буду смотреть. Подгонять. Ну, тоже, знаешь, не в кайф вот это вот все строить. Шикарно, я долблю, а у меня стамина поднимается. Хотя, как сказать, ты не в кайф. Же... Стамина поднимается, пока долблю. Вот как? Ты же негр. Да, это скилл встроенный, да, такой? От работы у вас поднимается ХП. Так. Хорошо. Тогда у евреев должно быть наоборот. Ё-моё. Всё в жизни. Земля не там копается. А все цветы поганые. Какие цветы? Ты о чем? Ты что курил? Маки, красные. Красные. Красные маки. Во всем виноваты красные. Опять красные.
Красные, белые, ушастые. Не, хороший забор получился. Блин, класс. Секси? Я бы вдул этому забору. Уже такая боль просто. Я ничего не слышу это. Что? Что? Где я, с кем я пишу, да? Какой кукун? Лучше бы с евреями. Куда? Как? Заборы куда? Как? Ой, все. Между щелями. Фу. Да. Продолбишь, да? На ты найдешь. Да, продолблю путь своим долбоносиком. Долбоносик. Это как-нибудь в жизни додолблю. Это был прям реально строитель онлайн. Это Sims 3 у нас, ребят. Это не 7 Days to Die, это Sims 3. Или Дом 2. А Дом 2 вообще закрыли? Уже, да? Нет? Еще до сих пор идет, нет? Вот, кстати, я о нем давно ничего не слышал. Наверное, закрыли уже. Нет. Ну сколько они строить будут этот дом? Это дом отношений, он вечен. Это в старости будешь включать телевизор. Ну идет. Женя! Кто? Меня слышите? Что? Что-то как-то печально у меня все. Плеер. Я вылетел. Ты вылетел, да. Мне написал, что вылетел. Мне тоже. Виталя? Да, и... О, у тебя вообще печаль с интернетом. Да, у тебя очень плохо. Ну-ка. Все с интернетом. Ну кому-то я пойду сейчас рога ломать, что? Кто-то что-то качает. Wi-Fi стерео. Надо пароль другу поставить, чтобы вообще никто не мог зайти. Ребята, вы меня слышите? Да. Да, да, да. Ты подсоединяешься? Ты, походу. Да, да, я уже здесь. Ну, небольшая задержечка такая чуть-чуть есть. Печалька. Слушай, с этим асфальтом вообще печаль. Да я в курсе, я уже половину продолбил. Время, кстати, 6 часов. Ну, я думаю, да успеем. Ну, еще есть. Еще у нас 20 минут, грубо говоря, даже. У меня время почти совпадает с игровым. Вот это да. У меня, кстати, вот тоже почти. Виртуал реалити. У меня тоже почти. На 6 минут. Такс. Ну-ка, товарищи. А ну-ка, давай-ка, скорее выходи. Нет, Дед Мороз. Нет, Дед Мороз. Нет, Дед нет, Мороз. Нет, да дрожи, нет. Говноед. Нет, дрожи. Где? Где? Что? Когда? Евгений, почему у тебя все связано с скалом? Ты мне ответь, пожалуйста. Я вопрос тебе уже отвечал. Потому что черный. Почему? Да, хотя бы. Хотя бы. Шикарно. Черные текстуры. Черный дрожжа. Дрожжа, что ж ты дрожишь над землей? Ты добычи не додрожишься. Черный дрожжа, я не твой. Блин, жесть. Выходи и спой со мной. Да, шикарно. Господи. Мы... Все, блин. А, не, ну да. Не, хотя надо было тебе тоже персонажа черного создавать, Виталя. И ты был как вот это, в ходячих мертвецах. Помнишь, она таскала с собой двух негров? Да, да. Безруких. Как ее... Забыл, как ее звали? Мишон. Мишон, да. Я помню, что какое-то такое имя. С сумкой связанной, с мешком. Мешок. Я задолбил асфальт. Я посадил его. Знаете, я сейчас хочу провести социальный эксперимент с бензопилой. В смысле? Сейчас увидишь. Кто из нас попилябельней? Не. Или что? А, подожди. Кто быстрее помрет? Ну-ка, пацаны, отойдите. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, зря. Не, ни хрена. Ты да у него даже кровь осталась, по-моему, вот вообще. Ты затупишь. Хреначит как, смотри. Нормально, только листья сыпятся. Только листья, да, сыпятся и все.
Пошел в расход, да, все. Тот таблеток переел. Виталь, оставь нам леса чуть-чуть. Гринпис засудит, нафиг. Слушай, нет, ну, серьезно, так попер и все. Unstoppable. Все, только деревья исчезают. Остановится только где-то в пустыне. Где деревья? Где, где? Больше деревьев. О, кричат. О, три крикуна. Они меня заметили. Орда. Они со спины пришли. Где? А вот. Ай, убил его. И вон орда и начинается. Где орда? Да где как орда? Я промазал? Да вот везде тут. А, ну ой, да. Орда идет, слушай, да? Ой, блин, меня бедненько не бегутили. Воу-воу-воу. Нормально, да? Отвлекайте. Кровавый бульфер. Ну хоть какой-то экшон. Кровавый Виталий. Хоть какой-то экшон. Кто, блин? Ты как индеец, только с бензопилой, да? Да, ты думал. Они прям спавнятся вон на крыше. На крыше? Они везде тут спавнятся, капец. Ай. Хватало мне еще помереть. А, жирный, слушай, ты че такой злой? Ой, где? Совсем охуел. Ай, да ладно, кашу я. Кашу траву. А! Ой, ёп! Я чуть на Коля не сиганул. Все, эстафету давай, передавай. Эй, блин. Ой, ой. Что-то их, их много, ребят. Так все, 18, 19 день уже. Да, пора бы уже. Я спасу. Спасу кого-то там. Спасу осу. Ты меня так спасешь. Золотая муха. Все, нет орды. Вроде все. Мы возвращаемся к своим нормальным человеческим обязанностям. Обязанности. Копаем асфальт. Долго. Ай, да кто-то орет там до сих пор еще. А, вон на крыше вижу. Еще орду что ли привел? Мне бы это, как его, починить дробовик. А трудоемкий процесс создания вообще этой вот штучки. Чинилки или как она там. Так, ребят, сейчас будете аккуратно здесь ходить. Давайте быстрее, да, асфальт додалбливайте. Да, ну конечно. Асфальт и быстрее, это да. Тем более, кстати, уже темнеет. Сколько там, кстати, время записи? Еще есть. Есть, отлично. Вообще еще да. Минут 18 только пишем, так что. Норма. Так, 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 так. Текс. Ого, уже 4 колья появились. Вот это да. Я думал, там будут такие, как бы. Нет, они очень плохие, на самом деле. Они очень сильно ломаются, да. Если жирный на них. Если жирных на жирный на них наступит, то это все. Они сломаются сразу. Ментально ломаются. Какие колья? Маленькие. Ну, обычно такие, знаешь, так. Такие выглядят как будто реально как колья. Эти реально как карандаши закопанные. Ну да. Тебе что-то не устраивает? Бревна такие. Угу. Там между ними пройти спокойно можно. Как они, блин... Как я на них насаживаюсь, блин. Не то что... Ну тут, конечно, разработчики. Не просто у вас рабочее такое чё. Ой, ой, все. Виталя. Калавер, блин. Трал вообще. Трал от бога, не говори. Шутки за 300. Не тракториста. Асфальт каписта. О, да. Да, если уже пора бы, конечно, закругляться, а то сейчас нас съедят опять. Да нормально. Но бегают они, конечно, отлично вообще. Прям, прям внушают. Страх и боль. Анальную. Опять кал, да? А да, куда без него? Да, куда без него? Без него уже просто не то. Не камильфо, как говорится, да? Чего тебе там не нравится? Да? Что? Что ты там не устраивает? Что там устраивает?
Не возникай, женщина. Не возникай из ниоткуда. Да. Не возникай. Так синхронно, кирка, так Ребят. Да. Все краснеет. Нет, что-то да. Красный наступает. Красный наступает, не говори. На Е нажимай периодически, забирай лут. Пригодится. Да? Конечно. Нам этот асфальт нужен. Да пригодится, я все собираю. Я даже землю там домой затаскал. А земля, кстати, что из нее сделать-то может? Землю. Землянку. Скульптуру. Действительно, да, глина там, начнем ваять. Ой, задолбала его. Ваять мы будем, когда третья орда придет. Да, из своего кала. Так, все, додолбим последнюю и все. Да-да-да. Ребят, все, я домой. Ой, все. Мамка зовет. Суп есть. Виталя, кушать. Не, уже нет, не все. Я уже весь суп съел. Фу, а мне не оставил. Там мясо было вроде. А, было мясо. Блин, у нас топлива нет, блин, черт. А черт. Стоп, кстати, не забыть антибиотиков поесть, это у меня проблемы. Блин, Виталий, как домой попасть? Кстати, да. Берете, попадаете. Виталий, как домой попасть, сволочь ты такая? Там дырка есть. Дырка у тебя в промеж булок, блин. Ты мои булки не трогай. Виталий. Да, да. Вот, нашел. Иди сюда, Антон. Я сказал, там хотел сказать булки. Тут булки есть. Вот тут аккуратненько проходи. А, да, да. Я не попал на Коли, это нонсенс. Вот это прогресс. Два ряда Коли, ничего себе. Закрывай их дверь. О, да. Мы у хати. Воды из туалета попью. Вкусно. Вот, ё-моё, мяса нету. А, не, есть мясо. А, нет, мяса нету. Есть, там есть мясо. Не, так, я в холодильник попасть не могу. Теперь я точно дома, теперь я, да. О, всё. Хоть рый. А, так мне мяса особо и не надо, чё это тупо. Отойди, вылези из холодильника. Сейчас секунду, мне воды надо взять. А, мне все есть. Ночь и тишина. Данная на век. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Хомячит вообще по полной щеке. Только слышно. Тихо в лесу. Только не слышно. Слышно вульферина. Я сейчас знаешь, что сделаю? Топчет вульферина. Себе? Что ты сам себе собираешься делать? Тебе. А мне-то что? Мне ничего от тебя не надо. Мне очень приятно. А где ты вообще есть? Очень приятный. Очень уютный вульферин. Ой, кто бы говорил. За-за-за-за. Вспомнил. О уютности. Да. Что-то я подустал сидеть на самом деле. Вставай. Встань и иди. Жень, вот ты трал от бога, вот честно. У нас, между прочим, осталось до Орды 2 дня. Нормально. Зато дробовик у меня есть, все хорошо. Ой, это вот твой дробовик? Патронов бы к нему. Ну, вот ночь. Я думаю, ночь переживем и можно заканчивать. Ночь переживем. Данную навек. Мне бы ночь ладно, пережить. Мне бы. Удачи. Что там мультики показывают, небось, да? А, ну да, есть такое. MTV, о! Надо же, хотя бы забор появился, ребят. И, возможно, даже я его доделаю. Неплохо-то. Луна, луна. Посижу. Дрожжа, дрожжа. На диване полежу. Та-да. Посижун. Посижу, полежу. Полежун. Полежун, посижун. Так как Полежайкин. Полена. Елена Полена. Шикарно. Что-то мне это напоминает. Что? Что-то мне это напоминает. Колено Полена. Лена Полена. Иннокентий Смоктуновский. Кеша. Кеша. Иннокентий. Не знаю, к чему это, да? Ты там дерево много? Много надолбил? Дай мне дерево. Да какой нахрен ты надолбил, блин? Я все использовал на Коле. Испортил, ты хотел сказать, да? Да. Угу, я так и понял. Октопус. Октопус? О, кто? Пус. Фус, ро.
Щи. Щи? Фосра щи? Фосра... Понеслось, да, понеслось. Нет. Вот как ни крути, все равно все идет вот к сраке, да? Да, да, вот Виталя, да. Почему у тебя все через да? Кто в кого шмаляет? Виталя учится стрелять. По картинам. Миткач. Нормально так. Не знаю, 12 часов ночи вообще никто не идет. Сейчас приду. Все спят. Они под утро любят приходить. Ага, мегардень. Да сейчас-то мегардень уж не будет. Кстати, не могут не прийти, потому что мы ее сейчас только что вызывали. Я призываю Орду. Ну, как сказать? Ну, как сказать? Картина. Призываю. Картина. Она сама призвалась. Ну, подожди, и Виталий, странно. Ну, подожди, посмотри на меня. На меня посмотри, посмотри мне в глаза. Посмотри на меня. Скажи всю правду. Что это за картина здесь такая? Вы бы видели это. Виталий? Ой, бегут, бегут, смотри. Где? Пусть бегут, долба, зомби. Ой, это на колях прыгают, им там весело. Ничего себе, не перескакивают через стену спокойно. А потому что там Коля стоит. Сейчас еще один слой сделаю, больше не буду перескакивать. Наверное, да, да, повыше надо. Даже жирные бегают, ничего себе. Ох ты, ёп! Прикол. Да ладно, я чуть-чуть туда не упал к ним. This is funny! Готов? Да. Джек, хочешь вниз слетать? На-на-на! Я же могу сейчас дом разобрать просто бензопилой. Я бы попросил. Какой-то жирный, нежирный стал. Да худой? Что это такое? Да, наконец-то. Сколько патронов ты на него истратил? Ага. Я не знаю, но штук 15, наверное. Да больше. Да. Не зря эти штуки сделал. Надо будет еще эти штуки поставить на заборе как-то так. Примерно, чтобы мы могли же с забора и Антон. А мы, наверное, знаешь, как сделаем? Да? Вот прям запор повыше, то есть три ряда каменных. Я знаю, видишь, как вот эту штуку я сделал? Видишь, вот эту? Да, 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 я имею в виду, смотри, прям отсюда можно будет там такой хоп, переход. С крыши. С крыши на забор переход сделать. Лестницу сделал, да еще. Я первый раз слышу о таком переходе, ну ладно. С крыши на забор сделать переход, да и не париться, да что. Да, чтобы на забор можно было так залезть, хоп, так чпок-чпок их отстрелял. Через крышу быстренько хлоп-хлоп. А в случае чего можно отступить на дом. Чпок-чпок, хлоп-хлоп. Да-да-да. Ну обязательно вот эти, как сказать, борта надо сделать. Кого? Борта? А, mm-hmm. Конечно, ты что, знаешь, как ползуны будут к нам тут лезть? Ага, я помню. Я сделаю дырку, ничего не будет. Эй, как вломились тогда, блин. Дыродел. Да. Я там потом бегал очень долго. Да. Быстро бегал и низко приседал. Угу, не роняя кал. Ну, там чё уж. Опять, да? Опять чё, через жопу всё, ну, блин. Я могу сейчас, в принципе, пойти поработать немного. Серьёзно? Впервые за нашей серии Виталий решил поработать. Ночью. Вот это да! В смысле, я, блин, такой забор, блин, на маму грохал? Да, 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 да. Я созрел, да, 20-й день, я готов. Ребят, чё-то надо поработать, чё-то вот, знаете, надо, чувствую, надо. Разбладить. Блин. Чё у нас? Чё у вас? Рейф. Фигня какая-то. Я уж думал, это рефрижератор. Но это не он. Рефрижератор у тебя, хотел сказать, в трусах, но нет. Да, это же холодильник. Рефрижератор. Рефрижератор? Это разве холодильник? Ну да, вроде. Ну что можно сказать? Что? Ой, ё, опять на Коле есть, не понял. Вот что ты хотел сказать. Вот меня только зомби не перепутали. Я на забор прыгал, там же еще колья появились, я что-то как-то не заметил. Так, я слежу за вами. Да, смотри, чтобы никто не подошел сзади. И такое. Добрый вечер. Да, 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 именно, добрый вечер. Добрый да. вечер. Да, кстати, тут немножко еще порубить асфальтик нужно, или нет? Да, конечно. Тут, зачем? А, нет, тут косой такой идет уголок. Ну, вот тут уголок можешь подолбить пока. Подолблю, что ж мне делать. Я пока посмотрю. Ай, долбители уголков. Любители подолбить уголки. Обдолбители. Да, уже 5 утра, уже вряд ли кто же. Хотя, тогда под утро.
подузра такая хрень такая пришла, блин. Не зарекайся, Жень. Не зарекайся. О. Лишь одни ваши фонарики, все. В ночи. Бум 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 бум. А ба 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 бам. Да, я это сделал. Что сделал? Кусок асфальта отломал. Знаешь, вот слышать такие звуки, это как и после этого слова я это сделал. Я даже не могу представить, что ты там наделал. Как бы, хорошая фантазия. Как бы да, как бы мы не старались, все равно у нас все переходит в да. В да. В говно. В да, просто в кизяк. Да. Ура, утречка. Ну уже утро, реально уже полностью утро наступило. Утреннее утро. Да, и у нас будет уже, наверное, в следующих сериях Орда. Через одну, через две серии, я думаю. У нас будет Ор 2D2. Ор 2D2. Чё ты там делаешь? Да забей, чё ты. Давайте тогда забор доделаем. Травы идите соберите, ребят. Травы мне соберите. Жень. А где траву найти давай? А вот, бей, вон топором. Она, допустим, трава. Так а зачем трава-то нужна? Собирай. Ему нужна. Ну скажи. Да я уголок, подожди. Добей уголок и все будет. А ты с дома забирал траву? Я там вроде когда-то клал. Ты мне клал. Отдал? Нет, всё. дома. Собирать много травы надо. Так, я сейчас... У нас несоответствие. У нас с одной стороны дома, а трета больше, чем на другой. Видите, какая разница? Аномально. Это некрасиво. Ну да ладно. Дизайнер. Ландшафтный дизайнер. Давайте траву идите собирайте, блин. Ландшафтный дизайнер. Перфекционист. Виталий. Не глаголейте. Ой. И не наглейте. Ой, все. Ой, все. Взглянули бы вы хоть раз немножечко направо, увидели бы, как мы неистово работаем. Ой. Потрачим, ой, так сказать. Работники, да. Ножа, это пора. В пути лица. Дороги. Так, ну еще надо, да. Жень, как смотрится забор? Но... Да для сельской местности потянет. Куда? Если бы он был с неонной подсветкой, с бластерами из всех углов. Да, начинается. С бутербродами бесплатно. С титановым корпусом, да, Wi-Fi, Bluetooth, все дела. Нахер титановым корпусом. Жидкостное охлаждение. Какое нахер жидкостное охлаждение? Да. Четырехъядерный. Да, что уж там, восьми. Да. Азотное охлаждение. Ну, кафу. Сколько травы насобирали? Ну как тебе сказать? Как есть, так и говори. А сколько стак? 64 штуки? 64, по-моему, да. Я 66 уже собрал. О, хватит, давай, стой. Все. Стой! Хожу, траву киркой долблю. Ладно, у меня 53, я думаю, достаточно. Отдай, Виталий. Еще я радуюсь. Найти его надо. А вон он там. Чё мне искать? Не там, Антон. Да Антон. Я сбегу. Да он не там. А, он не там? Да, вот он стоит. Ах, вот ты где. Северный Погай. Олень. Стоит одинокий волк. Так. О, спасибо. Тётя зомби, здрасте. Запись. Да сейчас, доделаем забор и закончим. Точнее, я доделал забор и закончим. Ну, да, действительно. Тоже это думаешь. Было бы логично. Да, потому что надо на чем-то завершить надо. Да. А тем временем-то здание-то преображается, кстати. О, этот... Это очень сексуально. Лут некоторых вот в доме отспавнился чуть-чуть. В доме. Ну, я консерву одну нашел в плане. Мега лут. Вообще мега лут. Не, ну все равно, знаешь. Твою мать, я в подвал упал. Это норма. Так, тут ничего нет, тут вот дядя сидит, отдыхает. Дядя. Дяденька, вы мудак? По выходным. По выходным. Ой,
Хожу, смотрю, как Виталий делает забор. Ох ты, ёб! На кол сел. Ха-ха-ха-ха-ха. Каково? Каково это? Ай! Как его? Вот как это. Ай, мой анус. Какая боль, какая боль. Размер моего ануса 56-0. Вот, Жень, вот не за... Да-да-да. Я нашу вывеску немножко это преобразил. Она все равно будет левитировать. У нас была вывеска? Ну, возле магазина. Которая... Вывеска? Вывеска что с тобой? Надо было не ту чуть-чуть ломать, другую наоборот. Да ладно. Ну ладно, да-да. Так. В магазине ты проверял, ничего нету? А, да-да, сейчас сбегаю. Проверьте. Ну, мало ли, а то я одну консерву нашел, мало ли, вдруг чё. Угу. Не, ничего тут нет. Ну, ладно. Так, всё, ну-ка, всё, давай, всё, отстой. Забор. Забор! Все печально. Так, и следующие, наверное, слои буду деревом делать. Ну да, там хватит. Еще там слои? Уже... Как куда именно? Ну, повыше. Слои. Выше. А, повыше, выше, ясно. Это, ну, и вправду, как это, получается, Война миров Z. Там тоже была здоровенная стена в Израиле. Да, но на шум они ж бежали. Ну да, и сами, они перелезли, да, в итоге. Вряд ли мы в Израиле, ребят. Хрен узнать. Кто знает. Я не доверяю им. Закинули, значит, не забирают. А вдруг действительно в Израиле, да, еще скажу. Это американизированный Израиль. Какой? Американизированный. Консервированный, говорит. Да. Почти это я и сказал. Да. Давай, вот теперь на, вот теперь все по-правильному. Две девушки стоят, смотрят, как работает мужик. Стою, залипаю тут, не понять ничего. Камни заполняются. Ой. Забыл. Бе. Италя. Че ты тут? Ты вроде волк, а не козёл. Че ты тут бегаешь? Все. Ура! У-у-у! Заборище! Ну, это не до конца, он еще доделал, на самом деле. От радости. Оп. Только на колья. На колья. Так, ну что, ребят, замечательно. Забор у нас есть. Теперь все, живем. Как сказать? Ну, он еще не доделан, правда. Ну, блин, я навернулся с него. Так, ну, да. Так какого? А, орёшь. Только, да, неудобно просто подходить. Ну, надо... Да я сделаю потом. Да, надо подход получше сделать, да. Ну хорош, дверь шатать. Я твою дверь шатал. Да, кончаем, ребят. Кончаем. Так что ж тебя так поперло-то? Да. Да. Окей. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте. Кончаем. Влепите лайк каждому кончателю этому, блин. Вот и нам, соответственно, да. Всем по лайку, всем, да. Не забывайте подписываться. Кончайте на здоровье, да? Да, если вы вдруг на наш канал впервые, не забывайте вот подписаться. Это кнопочка там такая, маленькая кнопочка. Так, подписаться, все шикарно. Да, и не забывайте также подписываться, у кого есть там группа ВКонтакте, группы в Стиме, все это очень-очень, да. Все, покедова. Всем пока, удачи. Всем пока. Бай. Пам-пам-пам.